не самый плохой игровой компьютер. Windows 10, 8 памяти, SSD на 256, место навалом свободного на нем. С видеокартой 3070 Ti, MSI Afterburner даже не успевает запуститься, даже не начинает запускаться. В диспетчере задач сразу после загрузки вылезает системные прерывания и сразу 99% загрузки. И так торчит постоянно. Подскажите, пожалуйста, хоть в какую сторону копать? Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.